Свое поздравление женщинам Челябинской области адресовал и глава региона Борис Дубровский. Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В этот весенний праздник мы говорим вам спасибо. Вы наполняете мир любовью и красотой, дарите новую жизнь и создаете домашний уют. Добиваетесь успеха в самых разных сферах. Носите свой неповторимый вклад в развитие нашей области. Мы ценим эти великие таланты и благодарны вам за терпение и чуткость. Пусть в вашем доме будет меньше хлопот и больше счастливых дней. Желаю вам здоровья, удачи, любви и благополучия.